у нас 14-я заявка, 15-я заявка, 16-я, 17-я, 18-я. Вот сейчас, видите, дело пошло быстрее. Ребят, всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как быстро и без программ накрутить себе подписчиков ВКонтакте, друзей или в сообщество куда-нибудь людей, лайки, все что угодно, без программ, повторюсь. Нам понадобится для этого только сайт VK Storm и скрипт. Ссылочку на этот сайт я обязательно оставлю внизу в описании под видео. Заходите, переходите по ней. Значит, когда вы перешли на этот сайт, вам нужно будет нажать кнопочку «Войти через ВКонтакте». Соглашаетесь с требованиями сайта и вводите свой email. Все, регистрация прошла. Нам не нужно здесь выполнять задания. Вам сразу дается бонусных 25 баллов. У меня на данный момент 50 баллов, но вообще дается 50 баллов. Точнее, дается 25 баллов. Вам нужно сразу создать свое задание. То есть вы нажимаете кнопочку «Создать задание». Вводите любое для вас удобное название. Давайте введем 2017. Выбираем тип задания. Здесь добавить друзья. Здесь можно поставить лайк, рассказать друзьям или вступить в сообщество. Мы видим, что сейчас на сайте аудитория 401 227 человек. Стоимость исполнения задания. Ну, я поставлю, допустим, 4. Количество исполнителей 10 вполне достаточно. Вы можете ставить значение здесь 2. Значение 2 будет вполне достаточно для того, чтобы задание выполнялось хорошо и качественно. И внимание, вот здесь, где статус, мы обязательно должны поставить его на паузу. После этого мы создаем. Ага. При добавлении я не указал свою ссылочку ВКонтакте. Я беру свою ссылочку ВКонтакте, копирую ее. И сюда вставляю. Вот моя ссылочка ВКонтакте. И нажимаю «Создать». Так, смотрим. Все, отлично, задание создано. Я уже два задания создал. Так, одно нам нужно в архив сразу. Оно лишнее. А одно пусть остается. Вот оно, задание наше. Дальше, нам понадобится скрипт. Берем скрипт. Ссылочку на него я тоже оставлю в описании. На текстовый этот документ со скриптом. Мы его просто копируем. Сейчас я его скопирую. Ох, не выделяется почему-то. Итак, копируем. Заходим обратно на сайт. Заходим просмотреть код. Нажимаем вот здесь на консоль. И вводим этот скрипт. Значит так, смотрите. Тайм-аут здесь 1000 стоит. Это то есть 1 секунда. Этого вполне достаточно для того, чтобы скрипт работал хорошо. Отдыхать он будет 5 секунд. Этого тоже вполне достаточно. ID. ID мы здесь должны изменить. Мы должны ввести ID нашего задания. Вот оно. Вот это ID. Мы его копируем. И вставляем сюда. Вот мы его вставили. Отлично, все у нас получилось. Теперь нам остается только нажать Enter и будем смотреть. Значит, суть этого скрипта в том, что это у нас автокликер. На этом сайте можно или поставить на паузу, или запустить наше задание. Если мы запустим, с нас будут снимать наши баллы, поинты, неважно. Но если мы нажмем запустить и потом сразу это отменим, то с нас баллы не снимутся, но задание добавится и сразу удалится. То есть его люди увидят и успеют вас добавить. А автокликер будет все делать за вас. То есть вы включили его, и он сам работает. Вы можете отойти там, посмотреть фильм, попить чай, что угодно. Значит, смотрим. На данный момент у меня нет ни одной заявки, друзья. Мы нажимаем здесь Enter. И смотрим, что у нас получается. Переходим на нашу страницу ВКонтакте. Обновляем. Вот, на данный момент нету ни одной заявочки. Заявки, в принципе, должны начать поступать в течение 2-3 минут. Я так понял, что вечером этот скрипт работает хуже, так как вечером меньше активных людей на сайте. Но днем он работает просто круто, серьезно. У меня за минуту где-то около 50 человек добавилось с этого сайта, и баллы с меня не списались. Смотрите, чем больше вы баллов поставите, вот я поставил 4 балла за выполнение задания,
чем больше баллов вы поставите, тем быстрее у вас будут накручиваться ваши друзья. Значит, я здесь, наверное, ускорю видео и посмотрим, сколько ко мне добавится друзей. Вот, первая заявочка у нас уже пошла. А, уже две заявки. Давайте обновим страницу. Сейчас. Обновляем страницу. Смотрим, да, две заявки у нас есть. Заходим на сайт, как вы видите, выполнено 0 из 10. То есть баллы с нас так и не сняли, а две заявочки уже у нас поступило. Ждем дальше, обновил, уже три заявки у нас, друзья. То есть, а выполнено до сих пор 0. Главное в этом деле, это не обновлять вот эту страницу. Если вы вот эту страницу обновите, то у вас прекратятся добавляться люди, и у вас начнут снимать поинты. Вот мы видим, у нас четвертая заявка пошла. Обновляем. Это четвертая, надеюсь. А, нет, это третья. Кто-то уже отменил заявочку. Так, ждем. Выполнено у нас 0. Я повторюсь, если бы я поставил вот здесь вместо 4 баллов 5, задание выполнялось бы гораздо быстрее. То есть, ну, гораздо. Гораздо быстрее. В общем, вы поняли, это все работает. Я, наверное, оставлю на пару минут, пусть задание выполняется. Вот четвертая заявка пошла, пятая, шестая. Вот, сейчас быстрее пошло. Я оставлю это задание выполняться, потом видео ускорю, и вы посмотрите, за сколько времени, сколько заявок у меня пришло. Оставлю на 3 минутки, вот сейчас 18.47, в 18.50 посмотрим, сколько будет заявок. Вот, ребят, у нас уже 50 минут, как вы видите, у нас уже 13 заявок. Ну, грубо говоря, 10 заявок у нас набежало за 3 минуты. Вот у нас 14 заявка, 15 заявка, 16, 17, 18. Вот сейчас, видите, дело пошло быстрее. Все-таки люди начали добавляться, 19 заявок. 19 заявок у нас, 20 заявок. 20 заявок за 3 минуты. Я считаю, это хороший результат. Я проверял днем, меня не забанили, все круто. Ребят, можете пользоваться. Если вам понравился этот скрипт и вы хотите больше таких приколов ВКонтакте, пишите мне, я вам обязательно сниму видео, покажу новые скрипты, еще море информации всякой интересной. Я вам все покажу, расскажу, как это делать. Спасибо вам за внимание, ребят. Да, вот я сейчас зайду на сайт. Посмотрим. Видите, как вы видите, выполнено у нас 0 из 10. То есть к нам сейчас все равно еще будут добавляться люди. Не смотрите на то, что там выскакивают красные надписи, что недостаточно поинтов, там все дела. Достаточно поинтов. Как вы видите, я поставил всего на 10, но уже добавилось 20. Люди еще будут добавляться. Будет какой-то промежуток времени. Там буквально минута-две, и люди снова начнут добавляться. Все, спасибо вам, ребят, за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях, какие скрипты вам еще нужны, что вы хотите видеть на моем канале. До новых встреч. Пока.